Кого? Я уже снимаю. Гля, какую водку купили, ебана мама, блядь. Чоколаты. 37,5, кстати. А не 40. Пол-литра. Чоколадная водка. Bristol Busher Group. Distillers Group. Вот, говорили, вкусная, блядь. Вот, считай. Понимай, запоминай. Сейчас будем тестировать, короче. И взяли манго. А рыжий взял, блядь. Покажи, что ты взял. Говно, блядь. Сколько она стоит? 160... Нет, 365 рублей? Ну, это 215. Пиздец. Шоколадную водку будет колбасу заедать. Я ебал, блядь. Но продавщица посоветовала нам пепси манго. Поэтому сейчас будем пиздярить, блядь. Шоколадную водку. Потом покажу результат. Короче, вот, что мы выпили. Вот, уже по бутылке почти раздавили. Водка охеренная. Мне прям вкатывает. Вкус, конечно, бесподобен. Это не сравнится с какой-то там Бруньки там или тоже там Три Орешка, или как они там, Беличьи Орешки, или как-то так называется водка, короче, тоже вроде типа сладенькая, настойки там, ну, это прям конкретно прям шоколад. Я вот после первой рюмки сразу же рыжему сказал, типа, блядь, задувать может, сука. Блядь, типа, как будто шоколад растопили в водке. Вкус прям конкретного шоколада. Можно даже на не запивать там. Можно вот, вот такую вот водку можно запивать минералкой или просто водой. У меня был опыт с водкой, которую я запивал водою или минералкой, не помню. Кажется, минералкой. Я тогда блювал сразу же, после первых двух рюмок или после первой рюмки. Ну, это была не первая рюмка, но осталось чем запивать, так только водою, и я тогда блюванул. Эту же реально можно запивать минералкой. Очень вкусный вкус шоколада. Тавтология пошла. Причем есть разные виды этой водки. Есть какие там, лимон было, яблоко было. Причем лимон не лимончелло это, а просто водка со вкусом лимона. Я думаю, она вообще будет четкая тоже, ну, будет конкретно выраженный вкус лимона. Так же самое с яблоком, там что-то еще было, слива что ли, или что? Короче, там около 5 вкусов водки этой. Не знаю, сегодня возьмем другую, не возьмем, наверное, не возьмем, херово. Но стоит попробовать вот такую водку. 350 рублей за 0,5, а литровая 500 рублей. Или 550. Наверное, 500. 550. Может, 550. Ну да, получается, если так по 350, то 700. А так нормально. Стоило литровую брать. Ну, для пробы сойдет это. И причем вид бутылки такой интересный. Низ закрученный. Смотрится как элитная водка. А спирт какой ты прочитал? Люкс, не люкс? Не-не-не, просто написано зерновой. А, не написано, да, не люкс, но ничего. Это же не местная водка. А что за водка и какой, кто производитель? Болгария. Болгария. Болгарская, короче, водка. Вот, всем советую. Пробуйте лучшее. Давай.